Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Александра с ником Пыфрик. Вот такой вот интересный ник. Так, находится он в гильдии Война. Вот так вот. Или воин, собачка, или война. Прогул БГ кик, факела 20-45, раньше тоже кик, атака фортов с 12, вторые, третьи места, также бывает, я думаю, первые, кидайте заявочки, вступайте, а мы поехали смотреть аккаунт, 183 тысячи силы, ну, аккаунт уже по чуть-чуть приближается к Минотавру, неплохо. Так, много недостающих паладина не хватает. Ну, донатных героев не хватает. Нужна Командора, Асура, Махатма и Бугимен. Вот это 4 героя, которых нам надо выбить. Помимо этого, желательно, конечно, бы на коллекционере вот это все дело вытащить. Тоже, думаю, ему будет неплохо. Поехали смотреть аккаунт, что там у него есть. Так, окей. Где там его алтарь? А вот он у нас. Уху-ху. Берс. Да, понятно. Так, отлично, отлично. Ну, с ПВ-шкой такое себе, неплохо. Сюда талант нужен, тут талант исцеления. Вот, кстати, неплохо было бы ведьму выбить. Так, хранитель. Да, талантиков, конечно, надо немало здесь. Ну, будем стараться их получить. Так, что тут у нас? Рэнки. У героя есть начальный донатный аккаунт, в принципе, на правильном пути. Ну, у нас есть 57 тысяч самоцветов, и нам надо попытаться выбить хотя бы часть из героев, которых я вам показал. В принципе, сегодня эти герои как раз таки падают, но... Как закон подлости, это все у нас наоборот будет. Ладненько, поехали ролить. Посмотрим. Дед Мороз сразу же упал. Неплохо. Влад Дракула. Еще один Дед Мороз. Я понял вас. Так, рыцарь есть. Тыква есть. Медуза. Отлично. Есть у нас уже скин на Медузу. Повелитель бури. Ну, он ему, конечно же, не нужен, но капитан Дрейк. Опять тыковка. Ну, что это такое, блин? Фараон. Купидон. Жесть какая-то творится. Так, шаман. Ну, почти. Где же вы? Ну, посмотрите, сколько мы переролили. Мы всего лишь фигню выбили. Вообще, что за бред? Ой, трендомчик меня, конечно, убивает. Ну, хоть 2 студеных. Это просто жесть. Пум-пум-пум-пум-пум, поехали. Конечно, тут герои эти нужны. Потому что они интересные, но в основном у него топовые герои уже есть. Так. Ехали. Это все была музычка. Сейчас пойдет мега роллинг. Сразу же снова нам падает. Бог грома, просто мега. Мега герои, ребят. Рыцарь. Ну что это такое, блин? Триант. Блядь, они издеваются просто уже под конец. Королева Гарпий. После таких роллингов просто не хочется ролить. 12-15. 3 штуки осталось, но по сути мы никого даже толкового не выбили. Ну, бульдозер супер. О! По
Поздравляю, вот это оно. Исцеление для тыковки уже у тебя есть, отлично. Сразу же череп падает. Так, ну мы собрали там полностью все, блин. Но хотелось бы хотя бы одного недостающего достать. Да что это такое, блин? Что за непруха такая? А, еще даже студеного нам одного не хватает. Вот так вот, я уже думал, все. Ну интересно, это будет второй аккаунт, который за сегодня соберет? Или не соберет? Или соберет? 15к. Так. Блин, вот куча героев, блин, и тупо смотрите, начали рыцари падать. Троллинг какой-то. Жесть. Просто жесть. Так, поехали. Ольга С. Не знаю, что это означает. Подозрительно. Седно. Да блин. Ну хотя бы одного. Вторая медуза. Да подлисты. Ну блин, ну это жесть какая-то. Я люблю этот рандом. Как и он любит меня. Ну, ничего не поделаешь. Вот такие вот плюшечки. Сейчас мы заберем еще остальные. Практически мы все собрали. Ну, блин, ну ни хрена не выбили толкового. Закон подлости, в общем. Такс, 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 такс. Ну, конечно, так смотреть. Круто нам нападало. Но, блин, мы потратили кучу самого и нифига толком не выбили. Обидно. Так, 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 так. Ну, хотя, в принципе, исцеление меня уже радует. Это лучше таланта просто не придумаешь. Так. Ну, хотя бы забрали два топовых таланта. Вот это уже неплохо. Так, посмотрим, что там у него, где его тыква. Вот она, ну, вот тыква. Поменять. Заменить. Улучшить. На третий, к сожалению, не хватает. Ну, я думаю, 795. Ой, у него тут еще ходить и ходить. Так, что-то мы еще не пооткрывали. Поехали, посмотрим. Так, священный огонь. Он уже сам подумает, кому поставить. Так, Анубис. У него еще есть ПБшка. Ой, отлично. Мы ему еще смертушку открыли, походу. Не было ее. Отлично. Ну, хоть это радует. Что там у нас еще по подаркам? Карта есть, давайте. Чик-чик-чик. Стрелок. Неплохо, но ему стрелок, по сути, не нужен. Так. Ну, в принципе, вроде все собрали. Вот такой вот коллекционер. Просто тупо
Ну, я бы не сказал, что просрали воодушку, все-таки забрали, я говорю, воодушку исцеления. 57 тысяч, ну, ничего не поделаешь, это рандомчик, зато поздравляю, теперь у тебя хотя бы тыковка будет правильная, и, думаю, очень быстро затащишься с такими героями, в принципе, Анубис есть, затащить подземки не составит проблем. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Репостики. Всем удачи, всем пока.